Узнать об истории города через игру. Хозяева и гости волонтерского слета соревновались в квест-ориентировании. Организаторы игры «Городские легенды» посвятили ее 430-летию Архангельска. Кто лучше знает историю столицы Поморья и быстрее ориентируется в городском пространстве, узнала Ирина Андреянова. Сообразительность, выносливость и сплоченность – вот залог успеха. Сильный ветер и дождь не стали помехой. 10 команд из Мурманской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской областей и Республики Карелия приняли участие в квест-ориентировании. Таким образом, участники волонтерского слета и осмотрели достопримечательности, и познакомились с историей Архангельска. Квест «Городские легенды» он проходит в рамках слета волонтеров Северо-Запада, миссия доброй воли, и также в рамках конференции казначеев. Направлен, самое главное, на то, чтобы гости, которые приехали в наш город, они познакомились с самыми главными достопримечательностями нашего города. Вот в такой вот форме. После небольшой разминки все участники бодро стартовали от вечного огня, каждый по своему заданию. Оба мураками, пылью наполнены, обе сандали, припев, знак вопроса. Давай гугли. Никто не сошел с дистанции досрочно. Все команды 2 часа бегали по городу, разгадывали ребусы, отвечали на вопросы викторины, дружно выполняли игровые задания. Одна за другой мелькали на мониторе диспетчеров штаба фотографии участников мероприятия на фоне танка, памятника Ленину, высотки. Команды так быстро разгадывали предложенные организаторами ребусы и передвигались по городу от одной точки к другой, что диспетчеры просто не успевали давать новые задания. Мы открыли для себя очень много интересных мест в Архангельске. Очень прикольные, как бы, вот эти все ваши памятники. Ну и, в общем-то, как бы сплочение команды. То есть это вместе, вместе, вместе. И это самое главное. Под конец иногородние команды уже окончательно освоились в Архангельске и смогли позволить себе уже не пешком, а на автобусах передвигаться до культурных объектов. Сам квест нам дал возможность ориентироваться по Архангельску, узнавать историю Архангельска, его создание, например, знакомиться с культурой, знакомиться с людьми, потому что мы просили помощи на улицах, мы просили нас довозить, мы поняли, что в Архангельске живут добрые люди, которые помогали нам, советовали, а также мы угощали их пирожками за помощь. Как ни странно, но победителем квеста стали не архангелогородцы, а гости из Мурманска. Команда «Гольфстрим» за 2 часа выполнила 11 заданий из 35 возможных. Остальные и того меньше. «Аквамарина» из Калининграда – 10. Сборная волонтеров России «Капуста» – всего 9. Ирина Андреянова, Марина Федькушова, Сергей Земских. Новости 24. Архангельск.